Ювелирная фирма «Изумруд» продолжает знакомить ангарчан с уникальными коллекциями украшений. Например, сегодня жители города могут увидеть произведение искусства художника-ювелира Ильгиза Фазульзянова. Автор безупречных изделий – единственный российский ювелир, который получил международное признание. Украшения, которые он создал, находятся в коллекциях музеев Московского Кремля и Алмазного фонда. А в королевских дворцах Европы его изделия выступают в качестве фамильных драгоценностей. Обладатель дважды ювелирного «Оскара» имеет награды с престижных международных выставок. Его галереи находятся в Москве, во Франции, в Париже, в Женеве, в Нью-Йорке. Уникальная возможность и для нас лицезреть все украшения именитого автора у нас в городе. Каждое его украшение неповторимо. Оно изготавливается вручную и проработано во всех деталях. Одно из них он создал, когда впервые увидел голубой лед Байкала. Чаще всего в украшениях используются не только бриллианты, можно подумать, раз это премиум-сегмент. Он, наоборот, предпочтет какой-то другой, более интересный, уникальный камень, нежели бриллиант. Это может быть интересный танзанит, это может быть муассанит, то есть разные, работает с разными камнями и обладает, в чем уникальность еще Ильгиза Фазульзянова, то, что он художник-эмальер и работает в технике горячей эмали. Мировые звезды и общественные деятели являются обладателем ювелирных изделий автора. Примерить и приобрести прекрасные украшения могут и ангарчане. Выставка коллекции Ильгиза Фазулзянова продлится до 1 июня в ювелирной фирме «Изумруд». Также посетители могут выбрать ароматы нишевой парфюмерии и найти для себя модный аксессуар от российского бренда Radical Chic. Мария Евстратова, Олег Левченко. Местное время.